счастью, как раз в случае, когда кому-то надо показывать, кто победил, новый чемпион. Раньше не побеждал, ничего не забыл. Нет, ну я имею в виду на штатах России, на интервью. Ну ладно, скажи тогда вот так, совсем вкратце, как ты начал свою танцевальную карьеру? По-моему, я это не увидел год назад. Дима каждый раз одни и те же вопросы задает. Я могу даже сказать число, когда я начал. Это было 4 ноября 2006 года. Я больше вчера кажется. На первом месте знаменитой Варшавки. Тогда там совершенно никого не было. Были только маленькие годы России. И попала туда просто случайно. Потому что увидел первый раз, как какие-то новички играли в Пекине. Решил тоже попробовать поиграть. В итоге понравилось. Стал ходить постоянно, почти играть. Ну что, наконец-то вы сами начались успеха. Как ты чувствуешь свою перспективу? Перспективу в чем? ТДЭ, да? Не знаю. Очень хочу поехать на чемпионат Европы с ТДЭ. Вместе на Лазару. А почему ТДЭ? Кнопочная сова. Ну и так и больше не будет. Но будет что-то другое четырехкнопочное, действительно. А может быть, если повезет, то мы и проведем по ДТР что-то больше, чем чемпионат России. Какой-нибудь чемпионат материка в Африке. Ну ладно, хорошо. Я думаю, это рекордно длинное интервью, которое мне удалось взять победителя за все время. Уже я должен быть счастлив. Рекорд в противоположную сторону поставил Амик, который, цитирую, сказал так: «Да!» Больше ничего не мог сказать, он был обсессивал меня. Ну, в общем-то, вот, я пошел за призами. Вы тут пока готовьтесь морально, а лучшие призы за все время.